Всем доброе утро, ребята. На улице мороз. Где-то 15-14 мороза. А мы курочку, смотрите, где делаем. О. А что, зато никакого запаха там дома нету. Сейчас покажу вам, как пар пойдет. А, сейчас не видно здесь. Вот так вот мы парим, жарим. Красота. Ой. Аж усы замерзают. Но ветра нету. Цветочков-то нету. Кроме вот этих вот елочки. О, сидит какой тут гномик. Вот так вот. А вон там Дед Морозик у нас. О. Ну, мороз дает. А во, пар пошел. А или это дым? Да, это дым с трубы, наверное. Да. Это дым с трубы стелится. Где там он у нас? Вон он у нас. Дымок. Дымок. Все, уже руки замерзли. Пошел я домой. Всем привет. И всем пока. Приходил проверять. Сейчас покажу вам, как пар выходит на морозе. Посмотрите. Эксперименты мои. Видали? Ой, посмотрите, какой пар. Во, как на морозе он стелится под крышей терраски. Посмотрите, и пошел туда, вон, смотрите. Ой. Во, духовка как дает жару. Но у меня стоит на 250 градусов. Интересно. Вот уже меньше, потому что я сейчас выпустил самый жар. Ну что у нас там? Скоро будет готово. Да, деревья в снегу. Аж пар в такой сорта идет. Не забывайте подписываться на наш канал «Мы живем в Латвии». Ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Спасибо всем, кто нас смотрит постоянно, пишет комментарии. Огромное большое спасибо за общение с нами. А такой снежок даже начинается опять. Вон, тучки пришли. Да. Значит, пойдет снег. Небольшой, но снежок будет. Ну вот, смотрите, прошло сколько у нас? Где-то 15 минут. Во, какой пар валит. И смотрите, какая там сейчас цветом стала курочка становится. А я Наташу отвез на работу. А сам с Сёмкой вон он караулит тоже. А я взялся печь курочку. Вот смотрите, сейчас какой пар повалит. Смотрите. Все в пару, смотрите. Смотрите. Мороз 15 градусов стоит. А запах какой. Не хочется уходить, но холодно. Холодно. В тапочках вышел. Выскочил, можно сказать. А мы здесь машину ставим. А теперь я ее там за забором оставил, чтобы не загонять сюда.
Вася. Ой, какие запахи. Вон, Семка лежит, ему ни холодно, ни грамма, смотрите. Ну, это здесь водичкой обливал, соль с машины смывал, из-под крыльников. А потом лопатой все убрал. Вроде льда так много нету. Вот это не лед. Вот это лед. Вот лед. Можно на коньках уже кататься. Вот будет оттепель. А потом ночью подмерзнет. Скоро уже закончится. Осталось чуть больше 10 минут. Ну вот она какая курочка. Вкусняшечка. Нам мы ее семки печем и сами кушаем. Семки очень нравятся, особенно когда свеженькая, когда вытаскиваешь с печки, с духовки, с этой. Чуть-чуть остудишь, как он рубает, ой, как ему нравится. А это я специально наложил, чтобы на стекла пар не шел. Я так закрываю, на всякий пожарный, знаете. Все-таки перепад. Чтоб по сторонам так расходился. А туда не шел так сильно пар. Ну все, пока.